Сургутские дороги будут патрулировать мотополицейские. Сейчас в городской госавтоинспекции решают вопросы, связанные с передачей и оформлением новой техники в парк ГАИ. Управлять ей будут местные инспекторы ДПС, имеющие категорию А и соответствующий опыт. В большей части мотополиция будет следить за соблюдением правил дорожного движения байкерами. Как только формальности будут все соблюдены, то в этот летний период у нас появится патрульный мотоцикл, который будет в основном, конечно, заниматься байкерами на улицах и дорогах города, ну и принимать как бы общее участие в патрулировании с другими и работать с другими участниками дорожного движения. Будет соответствующая амуниция, то есть тоже специальная, которая имеется уже именно для указанной категории инспекторов, и будут патрулировать. О необходимости появления двухколесных экипажей ГИБДД речь идет давно. В последние несколько лет фиксируется увеличение числа зарегистрированных мотоциклов. Показатели аварийности по итогам 2018-го также существенные. В 30 ДТП погиб один байкер, еще 11 оказались на больничной койке. На традиционной профилактической встрече мотоциклистов и полицейских в конце этой недели обсудят последние изменения в правилах дорожного движения и договорятся о сотрудничестве.